Христос воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 22 мая, неделя пятая по Пасхе у Самарянина. Православная Церковь совершает память преподобного Иосифа Оптинского. Преподобный Иосиф в миру Иван Литовкин родился 2 ноября 1837 года в семье сельского головы Ефима Литовкина и его жены Марии. 4 лет от роду Ваня потерял отца, а в 11 лишился матери. Недетская, тяжелая началась у него жизнь. Пришлось работать и в трактире, и в бакалейной лавке, таскать 5-пудовые мешки и прочие тяжести, сопровождать обозы с товаром. Голодал, скитался, бывал бит жестоким хозяином. Но грубая, страшная жизнь не развратила и не озлобила его. Юноша стремился к духовной жизни, однако до поры о монастыре он и не думал. Но когда, наконец, появилось хорошее место у таганрогского купца Рафаилова, желавшего даже выдать за него свою дочь, неожиданно пришло письмо сестры Александры, принявшей к тому времени постриг с именем Леониды в Борисовском монастыре. Она советовала идти в Оптину пустынь к старцам. Преподобного старца Макария к тому времени уже не было в живых, но уже воссиял в Оптиной пустыне новый светильник, преподобный старец Амвросий. «Батюшка, благословите в Киев!» На эти слова юного Ивана Литовкина последовал неожиданный ответ великого старца. «Зачем тебе в Киев? Оставайся здесь!» Так, 1 марта 1861 года начался иноческий путь длиной в полвека. По оптинскому обычаю каждый новоначальный должен был потрудиться в трапезной. На этом нелегком послушании обнаружились и окрепли добрые качества души будущего старца. Беспрекословное послушание, трудолюбие, молчаливость и беззлобие. Навидавшись и натерпевшись всего в миру, он понимал, какой бесценный дар Божий покой и тишина святой обители. И вскоре посетил его Господь великим утешением. Брат Иван был определен в келейнике к преподобному Амвросию. Возможность быть рядом с дорогим батюшкой радовала юного инока, но бесконечные толпы посетителей тяготили и расстраивали душевный покой. Не смея высказывать старцу свою скорбь, он решил потихоньку уйти к святыням Киева, безмолвие Афона. Но прозорливый старец Амвросий остановил его. Многие скорби и тяготы перенес он в монастыре, и несправедливые упреки, и лишения, и болезни. Десятилетиями у него не было даже своего угла, где бы мог он почитать, помолиться, отдохнуть. Спал он в приемной, чуть не до полуночи полные посетителями, а в час ночи надо было уже идти к утренне. Но испытания только укрепили и очистили душу, сделали брата Ивана совершенным послушником и монахом. В 1872 году он был пострижен в мантию с именем Иосиф, а в 1877 году рукоположен в иеродиакона, а 1 октября 1884 года за литургией в честь торжественного открытия Шамардинской женской обители преподобный Иосиф был рукоположен в иеромонаха. К этому времени он уже был старшим келейником старца Амвросия. Тихий, серьезный, выходил он к посетителям, внимательно выслушивал, в точности передавал ответ старца, ничего не добавляя от себя. Но все чаще старец отсылал посетителей спросить совета у келейника, и всех поражало, что его слова буквально совпадали с тем, что говорил сам преподобный Амвросий. В 1888 году преподобный Иосиф сильно простудился и заболел. Его отвезли в больницу, и 14 февраля по благословению старца Амвросия постригли в схиму. По молитвам преподобного Амвросия смертельная болезнь отступила. В 1890 году старец Амвросий, уезжая в Шамардино, впервые не взял с собой верного помощника. «Тебе нужно здесь оставаться, ты здесь нужен», – сказал ему старец. 1891 год был последним в жизни старца Амвросия. Теперь,
преподобный Иосиф остался один. На него легли обязанности скитоначальника, духовника оптинской братии и шамардинских сестер. Несмотря на слабое здоровье и непосильные труды, он не позволял себе никаких послаблений. Был строгим постником, очень мало спал, носил старую и бедную одежду. Он стяжал от Господа полноту духовных даров, и многие испытали на себе его дар прозорливости и исцеления. Он ни с кем не вел длинных бесед, умея в нескольких словах выразить самое главное, наставить и утешить. Сила его благодатной молитвы была выше и драгоценнее любых слов. Известен такой случай. Одна женщина, живя в Оптиной, сильно заболела. Она попросила отвезти ее в хибарку к преподобному. Он ее принял и, дав ей в руки свои четки, пошел в спальню, сказав: «Подожди». А когда он вышел, она совершенно забыла про свою болезнь. Многим помогал преподобный Иосиф. Одна крестьянка была больна, у нее очень опухли околошейные железы. Два раза ей делали операцию, но опухоль еще больше увеличилась, так что нельзя было повернуть шею. Крестьянка обратилась к преподобному за советом, делать операцию или нет. Он ей сказал: «Операцию не надо делать, а отслужи молебен великомученику Пантелеймону, и так поправишься». Она отслужила молебен и полностью исцелилась. Преподобный Иосиф в течение 12 лет был скитоначальником и духовником братии, но к 1905 году начал прихварывать и ослабевать. Он долго болел, терпеливо перенося все посылаемое от Господа. Преподобный Иосиф тихо отошел ко Господу 22 мая 1911 года. Через 3 дня совершилось его погребение. Рука усопшего была мягкой и теплой, как у живого. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Пророка Исаии, мученика Христофора Ликийского, празднуется принесение мощей святителя-чудотворца Николая из мир Ликийских в Бар, преподобного Шио Мгвимского, священномученика Димитрия Воскресенского пресвитера, священномученика Василия Колосова пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину воскресе Христос!